для разминки, для начала Wild Mother. Барабан для разминки, да? С Московской области, корни у меня с Чувашии. Вот. Работаю в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Вот. Занимаюсь именно конкретным направлением рекультивации полигонов, свалок и тёрокоммунальных отходов. Ну, основное время занимает работа, занимает как бы дорога до работы. Вот. Но в любое свободное время посещаю, в зависимости от ситуации, подготовки, либо тренировкам. Занимаюсь волейболом, хожу в фитнес-центр. Ну, по сути, так. Как мою жизнь. Завидная жизнь. Обычно жить. Спасибо. Меня зовут Рушания. Я из Москвы. Работаю финансовым менеджером в штабе третий раз. Вижу здесь знакомые лица и, соответственно, новые лица. Очень приятно всех видеть. Вот. Буду рада со всеми пообщаться, познакомиться. Обращайтесь. Вот. Корни нижегородские. Нижгар, где тут все наши. Люблю ходить на спортивные мероприятия. Сама умею кататься на коньках, на сноуборде. Вот. Можно ходить на хоккей, вот, футбол. В общем, все, что связано со спортом, это мое. Всем привет, меня зовут Галия. Родилась я в Москве. В штабе третий раз. Корни из Чувашии. Учусь на экономиста на третьем курсе. Вот, люблю путешествовать, читать, ну и периодически занимаюсь спортом. Чуваш стажерный бессмер? Юг. Меня зовут Равиль, я левша, у меня есть хомяк дома. Один раз я пропустил свадьбу. Я должен был пойти в субботу, а в этот день я себе рубашку покупал. И думал, что свадьба в воскресенье. Вот. А, что еще рассказать? Ну, я ленивый, все. Ну, я здесь уже не первый раз. Меня зовут Лариса. А, что нужно о себе рассказать еще? Да, настоящая татарка из Уфы. Да, и что еще? По знаку зодиака лев. Он про лев говорил про себя. Это комплимент, это не знак зодиака. Я по знаку зодиака лев. И что еще? Характеристику. Мы просто все прослушали. Ну, скажи давай, твоя любимая, нелюбимая еда. Нелюбимая? Да. Просто Вера там? Нет, может, любимая все-таки? Нет, давайте любимая. Плов. Плов. Сегодня плова нет, извините. Ну, ничего страшного. И про себя? Комплимент какой-нибудь? Я? Ну, хорошая. Хорошая. Ой, упаданки.
Всем привет, я Дамир, с кем еще не успел познакомиться, я инженер-конструктор. Я из Москвы, корни нижегородские. Вот, я люблю футбол, мафию, иногда пою. Ну и что я еще? А? Души хорошо, там отличная акустика, да, прекрасно. Ну и что я еще могу сказать? Я скорпион. Это был комплимент, если что. Ну что, короче, знак зодиака. Да, кто прям верит в знак зодиака. Будь осторожна, да. Кем вам сегодня папа знакомится? И про себя какой-нибудь. Я разный. Да, да. Как часто меняется у вас личность? По-разному. Всем привет. Меня зовут Руслан, наверное, 6-й по счету. Я тоже скорпион. В Москве 5-й год, сам из солнечного Ташкента. Кусочек тепла вам всем. Занимаюсь любым своим делом. Ремонтом квартиры. Руслан. Ага. Лев. Да, а, я. Мы здесь, короче. Вот, что я себе могу сказать? Скромный, застенчивый, иногда перебираю, перевираю. Ну, как обычный татарин, да. До сих пор перебираешь. Этого не было. Есть, конечно же, и отрицательный, как бы, почти. А? Еще не женат. Нет, женат. А, женат. Женат. Все. Всем спасибо. Ну, знакомиться будем. И про себя какой? Я имели. Обычный. Обычный. Он там разный сидит, разный. Меня зовут Семен Тимур, Минча Бахсардан. Любимый цвет зеленый. По знаку зодиака стрелец. Любимое блюдо макароны по-флотски. Вот. А, еще. Все, кто говорят, не заметили, что на фоне играет музыка. То есть, как характеристика каждого человека. А, ты это заметил? Да, да. Потому что, ну, музыкальное образование, профессиональный музыкант, скажем так. Вот, я непредсказуемый, могу проснуться в Чебоксарах, обедать в Москве и ужинать в Грозном. Нет места жительства. Можно так сказать? На сегодня пускай так будет. Пускай так будет. Ну да, сегодня же у нас неадекватный день. Да. Ага. И про себя, кузин Турн, да? Ну, непредсказуемый. А, непредсказуемый. Да. Так, вообще пошел. Да, разный, непредсказуемый, обычный. Виктор Рахмат.